Непредсказуемость развития ситуации в юго-восточных регионах Украины, где против населения брошены регулярные воинские части, специальные подразделения и ультранационалистические военизированные формирования, требуют срочных действий по принуждению опекаемых США киевских властей к сдержанности и неприменению силы. Планировавшиеся на 23 и 24 апреля телефонные контакты министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и государственного секретаря США Джона Керри, к сожалению, не состоялись по независящим от Москвы причинам. В преддверии назначенного на 25 апреля разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран – российская сторона вновь настоятельно призывает Вашингтон использовать все свое влияние на временное правительство в Киеве, чтобы образумить его и убедить воздержаться от опрометчивых шагов, ввергающих Украину все глубже в пучину кризиса. Мы рассчитываем, что Соединенные Штаты Америки наконец предпримут срочные меры в интересах деэскалации обстановки в соответствии с положениями Женевского заявления от 17 апреля. Вашингтон должен заставить нынешнее украинское руководство немедленно прекратить военную операцию на Юго-Востоке, обеспечить отвод подразделений вооруженных сил Украины и ее силовых структур в места постоянной дислокации. Пока не сделано ничего для решения этой неотложной задачи. Мы надеемся, что в Вашингтоне понимают всю меру своей ответственности за происходящее.